Я серьезно, я вам говорю, повторяю еще раз, что я бы не готов был бы об этом так вот говорить, распространяться, негодовать, рассказывать вам вот то, вот эти все вещи, которые таятся в моем сердце, которые вот просто хотят вырваться наружу, но никак не получается. Почему не получается, я не знаю. Я честно вам скажу, я пытаюсь себя контролировать, я пытаюсь как-то себя держать в руках, я пытаюсь себя как-то, ну что ли, успокаивать и говорить, и думать, или перед тем, как я ложусь спать, иду ко сну, что это все иллюзия, что это все сон, что этого всего не существует. Но это неправда, это все существует. Это все существует, потому что мне уже в кошмарных снах снятся вот эти все события, которые война в Украине и там в России и прочие эти все вещи, которые я не знаю просто как вообще можно это все это пережить и все это можно переваривать. Остальной мир живет прибивающе, все хорошо, как бы, да, но там гибнут люди, там рвутся снаряды, там каждый день хаос и бардак. Кто к этому довел? Кто виноват в этом? Кто? Путин опять, да? Россия опять виновата в этом всем? Нет, нихуя это не Россия, не Путин, а Америка.